Где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Oh.
Да, я помню. Заперто. Гнездо. Должно быть где-то здесь. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Вроде бы все. Сраные гнезда. Теперь тут должно стать поспокойнее. Вот так. Ну вот, порядок. Thank you.
У лагеря чепенцев. Вот козлы. Думаете, можно напасть на меня, и вам ничего не будет? Получил! Еще одно гнездовье. Нужно сжечь всю эту хрень. Потом вернусь и сожгу оставшиеся. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать, я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать! Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл! Упокоители идут к нам, да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача, это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище. И встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. К
когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в Одище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно? Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты! Ну-ка, живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Я могу помочь. Кому-то светит ночь в карцере. Элкай, что надо, Намат? Это что там было? М? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали. Ну, это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Ладно, я тебя понял.
Ну-ка, за работу. Что тебе надо? Осталось определиться, кому это отдать. Чтобы ехать на север, мне нужно снаряжение. Значит, Такер. Эй, Такер. Забрал мой груз у Леона? Да, да. Коупленд хотел его у меня купить, но я-то знаю, кто мне друг. Ха, ну, молодец. Иди к Алкаю. Ларсон там вроде привез ружья и винтовки. Может, тебе что пригодится? Привет. Ну, как жизнь? Что? Припасы, оружие. Вот эта вещь. Дик, ты там уснул? Да, ладно, я буду здесь. Спасибо, Дик.
что за хрень? Работай давай. Эй, что за работу? За байком пришел? Да я просто смотрю. Над байком нужно поработать. А топлива-то все меньше. А, да ты его заездил. Лады? Пока. Как жизнь? Ну, как жизнь? Эй, я это, что-то давненько Бухаря не видал тут. Да здесь он, наверное, больше помогает Коупленду в последнее время. Скажи ему, пусть тащит свою задницу сюда, к нему дело есть. Да, передам. Ага. Ага, пока, увидимся. Пока все. Дик, ты на связи? Бухарь. Какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там крики. Нам нужны трофеи. А уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фриком везешь. Я видел сегодня утром на столе. Такие же, какие у нее были тогда, на свадьбе, я помню. Я не буду... Так, короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят, конец связи. Это не тюльпаны, это отчитки. Глаза разум. Спасите! Кто-то помог, потому что нужно помочь. Спасите! Так тебе! Держись, держись! Я иду. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи, я пойду! Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть! Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Скажи им, Дикон. Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили.
Джон, это Такер, прием. У нас для тебя задание. Привет, Такер. Ладно, я заеду как смогу. Отбой. Сен-Джон, это Такер, прием. Ты слышишь? Я говорила на днях с Илкаем. Один. Ладно, так о чем была речь? Дикон Сен-Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь? Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Наверняка пошел на вылазку для этого козла Марка Коупленда. Похоже, я ему не особо нравлюсь. Бухарь, в смысле. Знаешь что, я ему не нянька. Конец связи. Вам это понравится. А ну, ублюдки, давайте! Ублюдный, словно дом родной. Thank you.
на что-то сгодится. Этой хижине гнездо. Точно, гнездо. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. Тебе? Охренеть, вы что тут все разом обосрались? Фу, господи. Долбаные фрики. Вы-то что тут забыли, а? Это западня. Так, осторожней, осторожней. Grr!
Что-то здесь прохладно, но я вам помогу. Неужели все? Фух, наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Так, нормально. Я поэтому и пошел по темноте. Правда, некоторые были, но очень сильные. Да. Да нет, холодно становится сильнее. Да ты и сам знаешь. Да, да, Бухарь, я знаю. Ну, в общем, ребята, спасибо. Спасибо, что помог, Дик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой.
мясо. Старые добрые поезда смерти. Да.